Почти 1 000 000 рублей задолжала бывшему мужу жительница Ярославля. Когда судебные приставы пришли арестовывать имущество, не сопротивлялась. Отдала грузовик, рассказали в ведомстве. В региональном управлении разъяснили, пара не смогла разделить совместно нажитое имущество. Дело дошло до суда, который встал на сторону супруга. На данный момент судебные приставы произвели арест автотранспортного средства. Предварительная оценка составляет 500 тысяч рублей. Остальную сумму долга судебные приставы списали с расчетного счета.